с ваших ног. Подрастет Анечка, подумаем о Славике. Вырастет Славик, работать пойду. Возьмем ипотеку и квартиру побольше купим. А нам детелька с ипотекой помог. Капитальчик твой пухленький. Материнский капитал растет с каждым годом. Направьте его на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Обращайтесь в Пенсионный фонд по месту жительства. Пенсионный фонд России. Вова, нам срочно нужен Славик. На работе отпросись. Дело государственной важности. Мой малыш, моя радость, моя принцесса, мое солнышко, мой котенок, мой зайка, который так любит киндер-сюрприз. Ведь он исполняет свои три желания. Сюрприз. Молочный шоколад с молочным слоем. Игрушка. Открой киоск, ощути энергию дня, ворвись в ночь. Крышка его откроет новый заряд энергии, энергетический напиток. Киоск, Life is on. Да? А если очень быстро, то можно. А что мы тебе хотим? Кого? Вот вас. Вы были с ним построить? И устно изложить в письменной форме. Да нет, просто подумали. Ага, за то, что ты начал думать, я тебя уже хвалил. На черном хреново фокусируется. Так, стоп. Ира Михайлович, я тебе последний раз повторяю. Макеев не нужен. Если нужен мне, значит, нужен тебе. Все. А когда он нужен, а? Ходит здесь, он жил в воду. Тут же не так это бледно, а? Че, позор, хуже приготовил, что ли? Тихо, не моли. Я думаю, что хуже. Ну, извини, старик, но это правда. Что хуже-то, а? Я их с детства как не ставил. Вместе с жаткой по тебе, ты же знаешь, а? Я их вырастил. Ир, а ты помнишь, ты как-то сдачу морковки привозил? И что? Вот ее-то точно вырастет. Вкусная, сладкая. А тут люди, Юра. 100% друг на друга. Слушай, все. Макеев суррогатная мать. Он вынашивает для нас игроков. Прения закончен. Наверное, хороший.